Большой детский хор был эталоном детского хорового звучания. И это было очень важно, потому что страна понимала, что чисто национальный момент, который есть, если принадлежит ребенку с рождения, очень важный элемент национальный, который не разъединяет, а объединяет. Почему? Потому что когда ребенок любит свое национальное искусство, он невольно с огромным уважением начинает относиться и к культуре других народов. И так было, потому что, представляете, когда социалистические страны стали проводить такие грандиозные фестивали, естественно, тут поступили предложения. Даже один такой фестиваль в Академии, тогда еще была Западная Германия, в Кёнигсвинге, в Бонне, провели огромный фестиваль, в котором принимали участие 40 стран плюс Германия. А затем к нам приезжали гости, скажем, известный хор радио Парижа, Франции, радио Франс, приезжал детский хор из Испании и так далее. Так что видите, это были крупные события. И, к сожалению, потом почти на 20 лет все кончилось. Так как у нас в стране были такие серьезные изменения, которые, к сожалению, сначала очень негативно сказались на все, в том числе и на музыкальном образовании. И только теперь мы начинаем понимать, что упустили очень много. Уже многие поколения детей лишены возможности слышать то, что мы слышим. И вот сейчас Академия хорового искусства взяла такую миссию восстановить эту традицию. Пускай пока очень скромная. Сейчас фестиваль открывается, в нем принимают участие всего 4 детских хоровых коллектива. Коллектив из Чехии, коллектив из Германии, коллектив из России, естественно, и коллектив Австрии. Вот только 4 страны пока. Но вы знаете что? Ребята не только продемонстрируют свое искусство здесь, у нас в Москве, они выступили во Владимире, потом закрыли фестиваль 29-го в Международном доме музыки. И, конечно, что особенно важно, мы еще не поняли, сейчас в нашей академии состоится научно-практическая конференция, на которой будут обсуждаться вопросы развития и воспитания детского голоса. То, что, к сожалению, тоже на некоторое время оказалось в тени. И сейчас хорошо понимаем, что это недопустимо, нужно немедленно это все вернуть. И, конечно, то, что этот фестиваль проходит, это, прежде всего, заслуга Генерального агентства по культуре и кинематографии, это Международного фонда «Дети новых эр», это радиокомпания «Голос России», руководство Петербурга Северного округа, руководство управы Левобережной, это, естественно, прежде всего, дирекция Международного дома музыки и